В Рощино, в Выборгском районе, прошел первый всероссийский турнир по джиу-джитсу среди полицейских. 84 участника из Ленинградской области и других регионов соревновались в искусстве мягкости. Именно так с японского переводится джиу-джитсу. Тип единоборства, в основе которого лежит особая податливая техника движений. Сначала уступить противнику, а потом направить его же силу против себя. Так как Санкт-Петербург дает условия более такие, скажем, материальные, да, то Ленинградская земля, она может сделать это бесплатно, открыто. Мы просто открыты для таких соревнований, предоставили все. Здесь, конечно, и помог спортивный клуб «Фаворит», администрация, органы местного самоуправления все сделали, чтобы этот турнир прошел. Кстати, спортсмены из Выборгского района признаны сильнейшими бойцами джиу-джитсу во всем мире. В небольшом поселке Поляны родился и вырос многократный победитель всемирных игр боевых искусств и семикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых. Древняя техника японских самураев уже давно вошла в обязательную программу подготовки российских полицейских, в том числе бойцов ОМОНа и СОБРа.